Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Бог, и мы попадаем с вами на новый видеоролик по проекту CSFL. И сегодня, ребята, мы попробуем вновь поднять свои скины на этих популярных режимах, на этом популярном сайте. На сайте более 2000 онлайнов, всего игр 38 миллионов, а игроков, которые здесь зарегались, более 2,5 миллионов, что ли, охренеть. Ребята, как только это видео набирает 1000 лайков, я сразу же дропаю для вас новую серию. Поэтому, пожалуйста, поставьте этот лайк. Ну и, конечно же, три лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас у тебя на глазах. Но если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, но до сих пор не знаешь, как это сделать, тогда прямо сейчас спускайся в комментарии и пиши свой отзыв. И, возможно, именно тебе повезет и улыбнется удача попасть в мой новый видеоматериал. Ребята, запасайтесь чаечками, печенюшками, ставьте лайки, прожимайте колокольчики. Ну и, конечно же, друзья мои, давайте начинать. Let's go. Ну а начинаем мы, ребята, конечно же, с барабана призов. Вводим вот сюда наш мемас, который есть в комментариях в описании. И лутаем плюс один прокрутик к барабану. Не забывайте, что самое выгодное, это, конечно же, пополнение скинами. Потому что именно они приходят без проблем, и у вас они по-любому где-то завалять. Ну а сейчас, ребята, я сделаю свой депчик, и мы начнем. Let's go. Решил я сегодня чуть больше закинуть, ребята. 400 имеем. Давайте разделим наш инвентарь по 15. Вот так вот сделаем. Оставим 310 на балике. И сегодня цель, наверное, будет вот такая. Вот вкусная цель. Не знаю, дойдем, не дойдем, но проверим. Попробуем 5х. Смотри, до этого золотой коэффициент один был интересный. Можно будет попробовать хотя бы пятерочку апнуть. Ее давненько не было. Тут один нормальный был, и тоже говно там было. Будем надеяться, ну... хотя бы, чтобы интересный какой-то контент был. 5 скинов мы можем поставить подряд. Если больше 5 скинов на 5х не заходит, то мы уже будем в минусах. Поэтому сейчас попробуем такую аккуратную новую тактику. Тактику от бога, да, я думаю, еще ее никто не пробовал. Смотри, 2 из 5, точнее, слито, вот так. Пробуем, моя попытка номер 3. Есть такой моментик. Ну, 5 скинов, если сейчас, конечно, убежит под этот краш, это будет неприятно. Но если хотя бы на этом... Я понял, CSFL, вот это тактика. Ну давай, подожди, она может быть вполне рабочей, вполне. Если сейчас до 5х доходит этот или следующий скин, то мы просто продаем этот скин и опять по 15 дробим. Да посмотри, ну что за херня, алло. Алло, последний скин получается. И минус 85. О да, вот это предел мечтаний. Я просто ставлю 1-1-1-1-1. Вот это тактика, ну хорошо. Спасибо большое, Crash Gym, как не играл в тебя, так и не буду играть, пошел в жопу. Вот просто, я не знаю, что с режимом. Давай вот сюда. Угу. Смотри. Блин, да как так-то? Ну как так-то, ё-моё. Там уже 70 было, прикинь. Да ёб... ну я... Надо раньше, ребята, надо раньше. Вот мораль всей басни такова, что, блядь, что надо раньше лутать. Половину балика просто улетела. Да иди нахер, да что ж такое-то? Подхочу одну бомбу залутать и забрать. И не дает. Все, ладно. 10 на 5. Раз, два. По-мужски не получается. 250 осталось. Ну, пожалуйста, хоть что-нибудь. Спасите нас, спасите. Давай, вот так вот. 6%. Больше-меньше летим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, пожалуйста, ну зайди разочек. Дай порадоваться старику. Ладно, по 4 играем. Раз, два. Есть. Хоть что-то зашло. Господи. Давай до 200 еще разочек. 6%. Хороший коэффициент. Нужно, 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 нужно. Пожалуйста, ну зайди. Ты смотри, вообще. Ай-яй-яй. Ну не в нули, ну пожалуйста, CSFL. Вот, разочек хотя бы сыграл. Давай подряд 3-4 раза и все. Балик на месте, на базе. Давай 2% попробуем. На 3. Мужики, лайкосы. Ну это рискованно. Ну я знаю, я прекрасно понимаю. Давай. Мы сейчас можем подняться. Ну, можем. Мы сейчас что-то интересное это сделать. Ну, не сливай ты так жестко. Тут было вообще? Тут вообще даже без шансов, смотри. Он не дает просто. Ну да. 2.23. Да иди нахер. Да это вранье. Ну, что за бред? Давай, хорошо. 5. 5 на 5 ставим. Раз, два. До сотки крутим. Ну, и потом уже просто не вариант будет. 400 слить. Ну, за ролик. Ну, ты что гонишь? О, да ну, ты чё, реально иногда отдаешь? Смотри, сейчас что дальше будет происходить. Ноль. Просто в ноль, да? Ну ладно. 200 имеется. Хрена себе ты. Чё, удумал. 1 на 2. Давай, попробуем. Ну, пожалуйста, ну сыграй разочек, два хотя бы. Дай порадоваться. Ну, тут же хотя бы 50 будет. Это ж немного, реально, но будет что-то.
Давай три попробуем сделать. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. До 150. Ну хоть разочек-то дай. Разочек, вот так вот хотя бы дай. Вообще, ребят, ни в какущую не хочет у нас играть. КСФЛ, давай тогда попробуем. Здесь вот 14, 26. Конечно же, нет, конечно. Вот, ну все, 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 все. Иди нахуй, да что это такое? Ну что это такое? Ты видишь? Это скам ебаный, ну что это такое? Я не верю, ну как это возможно? Ты видишь? Нет, ты видишь? Это, ну это же невозможно, что это? Я ебал рот, КСФЛ, ну что, что произошло? Почему так? Почему просто так, я не понимаю? Ребята, такое бывает. Это честный видос, тут нет никакой подкрутки. Вы видите, что сейчас я попал вот просто на максимально блевотную, я не знаю, сессию какую-то. В целом мы выводили, мы в плюсе на КСФЛ, в общем, это естественно, это само собой разумеется. Но, к сожалению, в этом ролике нам ни хрена не повезло, и мы ни хрена не выбили. Мины, это вообще просто жесть! Я не понимаю, это просто жесть какая-то. Как на них выиграть? Хрен его знает. Ну что ж, вот такой получился ролик. В следующем ролике мы попробуем снова. Куда деваться? Ну, будем немножко расходовать резервы. Хочется, конечно, что-нибудь из этого выбить. Сейчас пока, ну, пока никак. Поэтому, ребята, все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, ставьте ролику, лайки. Я не знаю, в конце концов, то это просто жесть. Ну, а я заканчиваю. Пойду чуть-чуть отосплюсь и с новыми силами. Начну новый ролик. Пока-пока.